Продолжаем информбюро. В Кызылорде уже в 2024 году первых пассажиров сможет принять новый терминал аэропорта Куркыт-Ата. Его строительство начнут в феврале нового года. А сегодня проект терминала презентовал фонд Булата Утимуратова. После завершения всех работ аэропорт подарят городу. Сейчас международный аэропорт Кызылорды выглядит вот так. Международным назвать его нельзя, так как не созданы необходимые условия для пассажиров. Фонд Булата Утимуратова намерен вложить 11 миллиардов тенге в строительство современного терминала. Аэропорт – главные ворота региона, один из наших главных объектов. Отношение гостей, прилетевших в наш город, формируется исходя из внешнего вида аэропорта, уровня комфортности и качества обслуживания. От имени всех жителей области выражаю благодарность фонду Булата Утимуратова. По проекту общая площадь двухэтажного терминала составит 7,5 тысяч квадратных метров. Предусмотрен витражный фасад из закаленного стекла, телескопический трап, эскалаторы и лифты, автоматизированная система подачи и обработки багажа, зал для транзитных пассажиров, CIP-зал. Он сможет принять 130 гостей международных авиарейсов и 160 внутренних. Будут также стойки саморегистрации, молитвенные комнаты, зона дьюти-фри, а также специализированные пространства для сотрудников служб аэропорта. Это будет достаточно серьезным фактором для стимулирования деловой активности, вообще в принципе для стимулирования развития всего этого региона. Это будет очень удобный, красивый, современный и аэропорт, который будет являться визитной карточкой вашего города. Проектирование терминала поручили турецкой компании, которая успешно создавала проекты аэропортов в некоторых странах. Старт строительных работ запланирован на февраль 2023 года, сдача в эксплуатацию в сентябре 2024. Проект благотворительный, здание передадут Акимату Кызылорды. Сам Акимат будет строить инженерные сети и зоны парковки и высадки пассажиров. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Абай Нуржанович, Рахимжан Искаков, Информбюро, Кызылординская область.